Как она? Это ваш пацан? Я метал-вокалист группы под названием «Океаны апатии». Сегодня мы собираемся посмотреть... Угадайте! Димаш! Вы сами просили об этом, так что получайте. Мы на хайпе. После моей первой реакции, вы, ребята, молодцы. Я получил столько обратной связи. Так что давайте. Начнем. Название песни «Грешная страсть». Ты явилась нежданно, как из лунного сна. Если б знала ты, ух, какой серьезный. Сама серьезность. Только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать в мгле и мне насте. Эта песня звучит трагично. Ох, сейчас нам мало не покажется. А нет, не сейчас. У нас ложная тревога. Я понял, ты просто дразнишь нас. Он сейчас бахнет, как гром среди ясного неба. Смотрите. Хорошо, мы приближаемся. Мы подходим к этому. Давай, Димаш, покажи, что там у тебя. Как же славно! Что ж ты ляжешь, будешь делать?
Я вообще думал, это эффект. И он опять за свое. Что это такое? Ладно, ладно, давай. Да ладно. Святой Эйсебио. Песня шикарная. Я не знаю, о чем он поет, но мелодия здесь просто сказка. Невероятная. Ух, ё-моё. Аж дух захватывает. Да, конечно, он заслуживает этого. Он опять сделал это. Величайший певец. Могу слушать его целый день. Ну и обязательно поблагодарим его группу. Хотя он здесь затмил всех. Если вам понравилась эта реакция, и вы хотите увидеть еще, пишите в комментариях, что вы хотите послушать. Моя группа «Океаны апатии» выпустила новую песню.